Viva Разумиста, хлопчики, Viva Разумиста, решил сделать обзор неожиданно на пиццу. На пиццу, ёпта, пожрать, так сказать. Заметил, что крестьяне почему-то, ну сейчас я понял, почему, сейчас объясню, но до этого заметил, что они почему-то любят всякие вот эти объедаловы. Я думал, что за бред, но потом подумал, крестьяне в России настолько нищие, что они просто, ну они настолько голодные и нищие, что они, когда смотрят видео, когда кто-то жрет, они хотя бы сами никогда этого не пожрут, но хоть посмотрят, понимаете, они как бы питаются видео, где смотрят, как другие жрут, ёпт, понимаете. Вот, и поэтому я так подумал и думаю, ну ладно, хер с ним, что будем удовлетворять запросы нищих людей, хыч-хыч, как Сальбаба. Купил пицца Альфредо, Альфредо называется, не буду говорить какой бренд, но пицца называется Альфредо. Вот, бренд достаточно топовый, то есть не какая-то там провинциальная деревня, хыч-хыч. И пиво Irish Ale, я его хвалил, обзор, по-моему, был, я его хвалил, он мне нравился. Хотя потом я его пил, он мне показался немножко горьковатым, но, ну, Жигулевского не было на самом деле. Хыч-хыч, как Сальбаба. Вот, делаю улыбочку. Вот, ну это так, для проформы, потому что на превьюшке будет стоять не улыбочка. Хыч-хыч. Ну вы это уже знаете. Вот, пиво разливное. Стоит порядка 150 рублей. Хыч-хыч, как Сальбаба. В свое время оно мне понравилось. Хотя оно несколько все-таки горьковато. Но в то время я что-то гасил пиво бутылочное, поэтому мне, ну, скажем так, это, наверное, больше нравилось. Сейчас меньше нравится, потому что я сам только Жигуль пью и все, разливной. Вот, пицца, ну-ка, пицца, залупиться, так сказать, пицца свежая, потому что она только ее, так сказать, приготовили недавно. Немножко, конечно, подостыла уже, но не сильно. Вот, давайте промоем, так сказать, горло хыч-хыч. Да, пью хорошо. Квас, конечно, напоминает. Вот сейчас оно вообще не горькое, потому что рецепторы только вот начали ощущать пиво. А когда вот я буду сейчас пить, то дальше, короче, оно будет горчеть. Почему? Потому что рецепторы, это представьте, что это пустые баки, да? И эти баки, вот ты пьешь, они заполняются. И когда вот они уже полностью сильно заполнены, пиво начинает горчить, потому что вот эти баки горечи, они вначале заполнены, горечь-то как бы складывается, не горчит. Но когда они переполняются, то уже горечь начинает выступать. Хыч-хыч. Такая теория бати. Ну ладно, давайте жрать. Я достаточно голодный. Проглотил утюг холодный. Вот, короче. Не то, чтобы специально, но, можно сказать, не ел. Не ел несколько часов, ну, достаточно много еды. До этого я ел мало. Поэтому думаю, сейчас пицца пойдет очень хорошо. Вот, лучку какая-то зеленая фигня. Вот. Ну, нормально, но что-то слабый, кстати, вкус. Сейчас распробуем. Мне кажется, слабый вкус, может из-за того, что я пиво хуйнул, которое достаточно сильный вкус. Вот, состав здесь что-то особо не написан. На сайте читал там, что-то там, на грибы там. Ну, еще какая-то херня, шампиньоны вот вижу. Это оранжевая херня, типа помидорки. Здесь вряд ли есть надпись, потому что это стандартные коробки. На них, по идее, не пишут. Ну да, вот название написано, а из чего состоит, не написано. Хыч-хыч, как Сальбаба. Нет, что-то слабый вкус, если честно. Вкусно, но слабый. О, мягкое. Потому что бывает жесткое. Ну не прям жесткое, но жестковатое. М-м-м.
Честно говоря, слабоватый вкус. Вкусно, но слабоватый. Не хватает каких-то сильно действующих ингредиентов. Ой, пиво зашибись, но на квас похоже. А это минус, потому что какой смысл покупать пиво, если можешь купить квасу? Ну только то, что хмелеть будешь, пьянить. Ну, приятно вот эта мягкая часть теста, потому что не всегда она такая мягкая. Может потому, что пицца достаточно свежая. Может быть связано с этим. Ну вот. Неплохо. Сверху чем-то залито. Может сыром, может не сыром. Не знаю. Как-то ничего не попадает с такого специфичным вкусом, то есть все как-то, все ингредиенты дают какой-то размазанный однообразный вкус. Да. Ну, короче, пицца, честно говоря, как бы она вкусная, да, мягкая, это хорошо. Но каких-то вот особых, вот альфредо, да, особых, то есть просто какая-то вот, как бы сказать, как мыльная пицца, да, то есть пицца без каких-то, просто пицца, я бы это назвал, я вот пиво обзоры делал, да, просто пиво. То есть просто пожрать пиццу и все. Вкус есть, как бы, говорите, чтобы вы поешь что-нибудь нету. И тесто хорошее. Не всегда такое, но на самом деле. Но нет никаких ярких моментов. Пицца большая. Бля, сейчас пинить пойду. Уже начинаю нажираться, я ж не прям что голодный прям был, но голодноватый. Пивко уже пошло по трубам. Может, конечно, не стоит пиццу с пивом, хотя согласитесь, многие так жрут пиццу с пивом, правильно? Мне кажется, многие. Вот, с соком, ну, блядь, что-то я сейчас соки не особо употребляю, как-то решил с пивом. Сок, по идее, тоже перебьет, потому что у сока сладкий, он достаточно сильный вкус, поэтому он все равно перебьет. Ой. Помню, были голодные времена, и когда пиццу поесть, ну, такую не домашнюю какую-то там, с майонезом и, блядь, с помидорками, а покупную это было что-то невероятным, блядь. Каким-то, блядь, мажорством. О. Ну, честно, прикольно. Ну, это же, наверное, свежая пицца. Но слегка такое не сухое, понимаете? Влажное, скажем так. Насчет этого. Вот я им сейчас одно тесто, но его не впадло есть, потому что бывает так, что пицца, вот эта вот корка, да, когда она остается, ешь такой, потому что она не особо нормальная. Здесь нормально. Такая, как это, лаваш.
Тут вот какая-то типа ветчины, блядь. Но это все такое безвкусное, то есть нету острого, резкого чего-то. Как бы вроде вкусное, но такое слабое вкусное, да. Никаких сильных эмоций. Никакой вкус вот не вырывается вперед, понимаете? То есть нету чего-то вот такого, что прям опа, и так, знаете, вот есть пицца с ананасами. И ты ешь, и она вот эта ананас кисленький, вот он вырывается, да, вперед. Да, чуваки. Это просто пицца. Хорошая, неплохая. Но чего-то фантастического нету. Просто пожарить пиццу. Просто пожарить, просто пицца. Вот пиво даже тут с карамельным вкусом выделяется как бы. И решей. Можно сказать, порекомендую вам, если где увидите. Правда, я не знаю, как бы он может отличаться от производителя, да, то есть, например, где я купил, там может быть один производитель, а вы в другом месте купите, там будет другой производитель, и будет отличаться по вкусу, возможно. Но это же я не знаю, то есть я ничего не могу сказать, понимаете, если так рассуждать, то, блядь, из какой бочки льют такой вкус, ну, тогда вообще пиздец. Ну, а начинаем улетать. От градуса. Конечно, просто вот, реально вот, просто пиццу поесть и все. Но надо становиться экспертом в пицце. Хотя, скажу вам, пиццу я много раз ел. В жизни. Я даже на стримах ее пару раз съел, летом я заказывал. Ну, пару раз. Она на самом деле приедается потом. Ее часто нельзя есть. Я вот летом заказал пару раз, потом перестал заказывать, потому что подприелась и в общем. Не думайте, что это я ее еще редко ем. А если бы я ел каждый день и там через день? Это вообще дорого. Хотя может быть, что я вот недавно ел пиццу на самом деле. Может это как-то и... У меня ощущение немного сопли чуть-чуть, может это тоже влияет. Вот. С другой стороны, производителям выгодно делать пиццы, ну вообще любые продукты с каким-то средним вкусом. Знаете почему? Потому что для большинства, если продавать, так и получится, что кому-то может не понравиться это, кому-то то. И если какой-то есть ярко выраженный вкус, продажи могут этого вкуса быть меньше, потому что мало кому это будет реально нравиться. А когда вот такой вкус, непонятно какой, среднестатичный, да, он вроде и ничего особенного, но зато может нравиться всем, понимаете? Вот. Это как всякие шоколадки, типа Марс и Сникерса. Они сильно разные, Марс и Сникерс. Я прям в детстве Сникерс вообще не любил. У меня еще проблемы с зубами были. Для меня эти орехи, это был просто ад, понимаете? Я любил Марс. Вот. И они сильно разные, согласитесь. Сникерс такой более серьезный, не особо сладкий, хотя, в принципе, тоже сладкий. Вот, мне казалось, он такой не сладкий, по сути, в детстве именно. А Марс сладкий, чисто, мягкий. Но, правда, сейчас у меня, наоборот, с Марса улетают зубы, пиздец. Но я уже давно не покупал ни Марс, ни Сникерс. Тоже с зубами сейчас проблемы, и в общем.
ребят. Я уже шоколадки не ем, можно сказать, только начепите, если то, сами видите, сейчас редко. А так по жизни я не ем. Ну что, продукт абсолютно бесполезный, шоколад. Складывается ощущение, что лаваш это самая вкусная часть пиццы. Это бред, конечно. Не знаю. Просто пицца. Но хороший, лаваш хороший. Может быть, нужно было купить просто лаваша хорошего, качественного, мягкого, свежего. Но это плюс пиццы, что она сейчас, ну, готовится, да, она абсолютно свежая. Потому что хлеб ты свежий, считай, не купишь. Может, только в специальных местах, а так ты не купишь его свежий. А пицца это супер важно. Если бы я сейчас в холодильник засунул на несколько часов, я не говорю про день. Просто на несколько часов, это же был бы пиздец. Ой. Ну, уже понятно, да, по обзору, что это просто пицца. Я не говорю плохая пицца, но я не говорю крутая пицца. Ну, просто хорошая пицца. Просто будешь, кто пиццу заказывает, да? Ну, не в деревнях, наверное, с этим плохо. Но вы же знаете, что... Если заходишь на сайт, там, я не знаю, там 20 пицц разных, и ты думаешь, бля, что купить, да? Берешь что-то, выбираешь и думаешь, ну, блядь, ну, Альфредо, например, да? Я сам выбрал Альфредо. Почему Альфредо? Да просто, блядь, понимаете? Ну, что, блядь, за Альфредо, да? А покупаешь, блядь, ну просто пицца нахуй, ну шампиньоны там, ветчина, блядь, ну это обычные, в большинстве, блядь, пицца шампиньоны есть. Сейчас стал посильнее вкус, видимо, та же самая формула, что я сказал, когда про пиво, что рецепторы защищаются. Видимо, та же самая хуйня, что... Рецепторы насытились, и вкус стал сильнее, понимаете? Пол пиццы съел. Ну, конечно, уже неохота. Пятый кусок, не знаю, буду ли есть. Как вы знаете, кто знает, пицца состоит из 8 кусков. Пицца бывает маленькая, средняя, большая. Это большая. Хотя не особо она большая. Ну, бывает, что какие-нибудь XXL где-нибудь там. Ну, куски здоровые. По сути, один кусок стоит порядка 100 рублей. Это, кстати, мало отличается от цен в торговых центрах. Как сейчас помню, я когда-то купил там кусок пиццы, где-то она порядка 100 рублей стоила. Но это давно-давно. Лет хуй знает сколько назад. Может быть, даже 10. Не, пицца хорошо, когда редко. Каждый день вот смотрите, наверное, кино американское. Ну, это давным-давно еще, да, не сейчас. Наверное, пиццу заказывают. Да это у нас сейчас можно так, понимаете. Но, блядь, каждый день ты не сможешь есть, это, блядь, не вообще не вкусно. У вас рецепторы должны отдыхать. Даже на самом деле, если ты каждую неделю будешь есть, заебет. Конечно, это может быть выбор типа холостяка, да? Не надо готовить, нихуя ничего не надо, понимаете? Более-менее нормальная еда. Ну, тоже такой, бля. Все-таки такие продукты достаточно дорогостоящие, да? Они должны приносить, как мне кажется, пользу. Ну, не, вернее, блядь, не пользу, а кайф какой-то, понимаете, хоть небольшой. Но если ты даже каждую неделю будешь
хуярить пиццу, то, если честно, нихуя. Она вас жестко заебет, это точно говорю. Давайте подарю немножко пивасика. Хотя еще я уже заканчиваю трапезу, реально нажрался уже прямо, реально, блядь. Был достаточно голодный, но не сильно, потому что я в любом случае не голодаю. На массе стараюсь держаться, хотя масса реально сейчас убавилась немного. Тяжело поддерживать. Не, потому что все-таки стараюсь есть здоровую пищу, да? Одно дело, когда там толстяки всякие поддерживают массу, они жрут сладкое, жирное. Это легче, понимаете? Когда ты жрешь всякое сладкое, жирное, понимаете? Все другое дело, когда ты стараешься есть только в основном качественную пищу. Понимаете, это совсем другое дело, блядь. Это поддерживает массу гораздо сложнее, блядь. Я не ем ни шоколадки, ни конфетки. Пирожки особо не ем, иногда бывает. Вот, поэтому вот в таком, как бы, режиме поддерживать массу тяжелее. Конечно, я ем всякие блинчики с мясом, там, полуфабрикаты. Ну, блядь, куда деться-то? Это, в принципе, тоже достаточно углеводная и жирная пища. Но я ими тоже, блядь, жру-то не три раза в день, а один раз, и то не каждый день. Каждый день то же самое, блевать будешь от этих блинчиков. Хотя когда-то мне сильно нравилось. Сейчас уже просто ем, а если, и то не каждый день, а там... Да в основном я, блядь, два, максимум три раза в неделю. Например, блядь, если поговорить про блинчики полуфабрикаты. Пельмени тоже, блядь, там один раз, иногда даже вот сейчас давно уже не ел, могу там раз в две недели. По-разному. Могу два раза в неделю, могу один раз в неделю, могу один раз в две недели. Но. Ну, хуй знает, уже 100 раз сказал, просто пицца, никакой вот, блядь, особенности нету, как пива, да, да хуя брендов, блядь, но все эти бренды разбиваются там по 3-4 категориям вкусовым, я вот эксперт могу точно сказать, то есть 3-4 категории вкусовых, они все, эти бренды, туда же появляются, понимаете? Ставьте лайк, пишите, если хотите такие видео. Могу делать. Не проблема. Фены надонатили, блядь. Этот бюджет, это где-то 1000 рублей. Каждый день так есть нельзя. Да и вообще пицца, она не особо, блядь, с точки зрения полезности, понимаете? Но иногда можно. Вообще, если у вас будет такое ощущение, что, о, пицца охуенно, да, ну, то самое, кто из деревень, кто мало хорошо ест, да, понимаете, вот если вам в одно ебло вот так, целую такую пиццу, я вот сейчас съел, вот сколько еще, 4 куска съел, уже еле доедаю, я уже 5-й даже не буду есть, наверное. Либо возьму, даже не доем, понимаете. И не думайте, это пока вы голодные, да, вы такие, о, бля, пицца, это охуенно, короли, там, жизни, блядь. Но, блядь, когда ты в одно, конечно, вы, блядь, большинство из вас в одно ебло даже есть не будет, возможно, там будет баба, там, может, вы там с друзьями купите, с семьей, родителями там. Там вообще как бы. Ну, когда вы в одно ебло даже, вот вы такой. Вот вы даже, вот понимаете, вот я вам говорю, вот вы представьте, вот вы нищий, да, например, в селе живете, например, да. Я вам говорю, купите такую одну пиццу, просто шиканите. Вы ее, особенно если вы дрищ, вы ее, блядь, даже доесть не сможете, понимаете. То есть вы настолько ее нажретесь. И когда вы нажретесь, вам эта пицца будет нахуй не нужна, понимаете? И вы реально, вот я вам совет даю от Ваномаса, жаль, что мало кто сюда смотрит, но совет от Ваномаса, да? Вот если вы вот именно вот бедный человек в селе там, да, вот, и вы такие думаете, о, пицца, там, дошираки жру. Ну и один раз шиканите просто, нажритесь этой пиццы, просто одну большую пиццу купите, какую-то, неважно даже какую.
И вы поймете, что в принципе ничего особенного. Да, это классно, хорошо, но ничего особенного, понимаете? Илон Маск там ракеты, наверное, с Теслами запускает, а вы вот какую-то пиццу пожрете, это смешно, понимаете? Ну, что, наелся прям? Ну, как бы я могу еще жрать, но это уже через силу, по сути. Смысла нет, проще полчаса сейчас пойти что-то поделать, да? Потом еще один кусочек съесть вот. Тем более, если вы, например, доищете, не думайте, что если вы будете обжираться, у вас прям сразу масса попрет. Скорее всего, если вы доищете, то у вас так будет, что вы иногда обжираетесь, а большинство времени вы не доедаете, понимаете? А гораздо важнее постоянно доедать, постоянно, чем, блядь, один раз там в неделю обожраться или два раза, а другое время не доедать, понимаете? Так, у меня, к сожалению, на этой новой камере, хотя этой камере уже 2,5 года, как я говорил постоянно, количество времени, которое она снимает, порядка 25-27 минут. Дальше она либо, она, во-первых, у нее ограничена по времени, она больше полчаса, по-моему, в принципе, не может снимать. Во-вторых, она перегревается, включая достаточно прохладно, но она может и перегреться. Летом вообще пиздец, она может через 12 минут перегреться. Вот, поэтому заканчивается наш выпуск. По пицце я уже 5 раз все сказал. Пиво заебись, в общем-то, да. Ну, я вот говорил, что пил пиво, в том числе, чтобы понять, а что в этом такого реально крутого, не просто там выпить пиво, да. Да нет, ничего крутого, я вот много чего, очень-очень много чего выпил, очень много, да, эксперт. Большинство из вас, ну, даже близко ко мне не приблизится, даже, наверное, никогда, блядь, сколько я всего выпил, именно по одной бутылочке, да. И, блядь, в результате могу сказать, что, блядь, да нет ничего крутого в пиве особенного, да. Еще более-менее пиздат, когда, реально, когда жара, лето, жара, ты хочешь пить, в принципе, пиздато можно пиво выпить. Если ты не хочешь сладкого, да, сладкое в основном не пьют, я хуй знаю. Ну, чем, грубо говоря, летом в жару еще пиво холодненького заебись, особенно когда на улице. Это жарко, бля. А так ничего особенного. Вот, поэтому пиво наебка, в общем-то. Пицца вкусная, но обычно субстанция вкусная, но непонятная. Да, к концу трапезы вкус стал посильнее у пиццы. Так, рецепторы насытились, да? Уже камера начинает постоянно выключаться, видимо, все-таки перегрев, хотя сверху она не такая горячая, но внутри, видимо, она у нее все-таки перегрев идет, она... То есть вот я включил, уже не полчаса, а через 2 минуты она начинает выключаться, понимаете? Ну, поэтому... Вот такие выводы. Не будьте алкашом, иначе у вас будет похуизм, вы ничего не добьетесь никогда. Будучи трезвым, ты хуй чего добьешься. А будучи алкашом, вообще ничего не добьешься. Вот, в общем, вива разумиста. Все, хватит уже тянуть кошку за хвост. Покедовай, ёпты. Если будет нормальный просмотр, еще будут такие видео, но... Будет мало просмотров, к сожалению, особо не будет. Иногда, может быть, будут, но редко, потому что все-таки это достаточно геморройно так сделать. Ну, я не знаю, что геморроя, понятно, там, ну, кто-то что гораздо больше делает, все понятно, но тем не менее, мне проще какую-то другую аналитику запилить, просто кидать, запилить и все. Тут все-таки какие-то нужные приготовления, еще что-то нужно. Все, пакет вот.